Здравствуйте, мальчишки-крепышки и девчонки-крольчонки. У микрофона Олег Микстейп, и в сегодняшнем ролике я хотел бы отпраздновать день рождения канала. Сегодня ему исполняется ровно один год. Вообще, день рождения канала было 18 июля, но я решил выложить это видео именно в день выкладывания на канале первого ролика, поэтому такая разница в месяц. И в этом видео я расскажу свои впечатления о деятельности на ютубе, для чего я вообще создал канал, почему я так редко и мало выкладываю видео и какие у меня планы на будущий год. Сейчас все расскажу по порядку, усаживайтесь поудобнее, ну что же, полетели! Так как мой канал еще не так популярен, и моя персона, я больше чем уверен, не так интересна смотрящим это видео, то биографические очерки я буду излагать максимально лаконично. Изначально канал на ютубе я мечтал создать, когда мне было 10 или 11 лет. Я тогда только поверхностно прописывал название канала и тематику в нем. Время шло, я взрослел, потихоньку я осваивал искусство монтажа, множество разных тонкостей того, как нужно снимать видео, подача, юмор, авторские права. И в один прекрасный день я собрал волю в кулак и выложил первое видео на YouTube. Должен сказать, что в настоящее время основной целью создания роликов для меня – это самосовершенствование. Знаю, звучит пафосно, но тем не менее это правда. Хочется осваивать новые возможности, выходить из зоны комфорта. Ведь создавая видео на канале, если ты хочешь выложить качественный ролик, а не однодневный мусор, то приходится трудиться. И только через этот интеллектуальный труд происходит создание творения, которое вызывает у меня чувство гордости и внутренней мотивации. От этого мне хочется внедрять новые инновации, менять подход к созданию видео, поднимать планку качества, одним словом, самосовершенствование. Наверняка подписчики, которые хоть более или менее меня смотрят, заметили такую закономерность, что видео на канале выходят очень редко. Друзья, должен вам сразу сказать, что это никак не связано с моей инфантильностью, прокрастинацией и все тому подобное. Причиной этому моя ежедневная загруженность. Я учусь допоздна в колледже, потом еще семейный быт, подработки. У меня чисто физически не получается найти такое количество времени, которое позволило бы мне за один раз осуществить полноценный проект. Мне все время приходится делить одно дело на множество частей и, соответственно, растягивать его по времени. Но в ходе выполнения одной задачи появляются еще другие срочные форс-мажорные дела, и из-за этих дел видео на канале так долго выходит. Нет, я, конечно, могу выкладывать видео чаще, но в таком случае качество будет очень сильно разочаровывать вас, в частности и меня. А мой внутренний перфекционизм это просто не позволит сделать. Поэтому знайте, на канал я не забил, на вас, дорогие подписчики, болт я не ложил, сценарий к будущим видео я пишу много, и о них вы прямо сейчас узнаете. Планы у меня, дорогие друзья, я бы даже сказал наполеоновские. Сценариев пишется очень много, ну и бытовых дел, к сожалению, пропорционально моей амбициозности тоже очень много. Порой бывают ситуации, когда я банально опаздываю выложить видео. Только я собираю материал, готовлю видеофутажи, и тут бац, другой ютубер публикует видео на похожую тему первее меня. Конечно же, повторяться я не хочу, и весь сценарий и подготовительный материал приходится выбрасывать в мусорку. Печально, обидно, но селяви. Кстати, должен вам сказать, что первое время я буду в основном выкладывать видео по Assassin's Creed и GTA. Связано это с тем, что, во-первых, я в этом шарю, а во-вторых, мне это интересно. Конечно же, канал не будет сфокусирован только на этих франшизах. У меня много планов создать другие рубрики и форматы, но на данный момент я могу позволить себе только это. Также, друзья, могу вас обрадовать. Следующее видео выйдет осенью. Не могу сказать, в какой именно месяц, но точно осенью. А на этом наше видео подошло к концу, и мне хотелось бы отблагодарить вас за то, что вы его смотрите, что так или иначе вы являетесь причастным к моей истории. Для меня обращение к вам с просьбой поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик – это не формальность. Это важный аспект, который помогает мне заряжаться мотивацией и жить с мыслью о том, что все делается не зря. Друзья, время очень быстро летит. Каналу уже год, а у меня ощущение, что с момента его создания прошло всего лишь пару дней. Поэтому не теряйте свое время впустую. А на этом все. Желаю вам всего наилучшего и пока-пока.